Итак, огромный привет моим дорогим подписчикам. Это я, шел какой-то там. Не помню, какой по счету день моей самоизоляции. Главное, что я запомнила, что 12-го, значит, числа я буду свободна. Мой последний тест на корону. И я, значит, выхожу на свободу. Сегодня обещанный рум-турчик такой маленький по моей комнате, в которой я самоизолировалась. Вот, вы просили, интересовались, хотели понять, как же так это вообще все организовано. Вот, давайте сегодня пройдемся. Так, ну первое, что мы видим, это, значит, миски кошачьи, две кошачьи кроватки, потому что я с котами соскучилась по своему котеичу, поэтому я с котами самоизолировалась, а папка у нас отдыхает от детей, расслабляется. Так, первая кроваточка у нас Лунчик-красотунчик, она пустая. И Лунчик-красотунчик у нас, значит, спит в Орихиной кроватке, в Орихином домике. Да, малыш? Чё ты туда забрался? Ты же мальчик. Ну, ты же мальчик, мой дорогой. Ой, сонненький какой. Ой, какой сонненький ребеночек. Какой сонный ребеночек, котеночек. Какая шубка у нас добротная. Ты мальчик? Ты же мальчик. Зачем ты туда забрался? Так, ну тут всякие кошачьи развлекаловки, развлекухи, вот эта чесалка, самочесалочка вот такая вот. Они сейчас ей не пользуются, только вот эти прутья из нее выгрызают, что-то мне это не очень нравится. Попадет куда-нибудь, застрянет. Не очень мне нравится эта штука, и они не умеют ее правильно использовать. Вот это чесало для шерсти. Да, малыш, ты вышел показать туннельчик, когтедралка. Дралочка, да, вот он показывает, что он с ней делает. Грызет. Не грызи. Пылесос. Пылесосить кошачью шерсть и мои волосы. Очень удобно. Зарядка вот так вот неряшливо валяется. Кровать наша супружеская, которая пока мною в одиночку эксплуатируется. Вот здесь у нас горбылёк такой, это у нас орешника. А вот здесь такой вот заместитель мужа, пока вот в таком формате. Заместитель мужа, пока мужа нет. Вот у меня фотография мужа, так сказать, согревает мое сердце. Котеночек, просыпайся, малыш. Чьи-то пяточки, да чьи-то пяточки. Какие смешные, посмотрите. Котень, а чьи-то пяточки? Ой, крепко, видимо, спит, даже не реагирует, что я щекочу. А, нет, вот это не щекотно, вот это щекотно, да? Ку-ку! Кто там у нас? Выбирайся, выбирайся оттуда. Ой, вот она, вот она. Конечно, муж не поощряет это, он говорит, вся кровать будет шерсти. Они сейчас пляшут по кровати, но пользуюсь тем, что типа мы тут самоизолировались с ними, и вместе мы спим. Но потом мы планируем их сослать в другую комнату, потому что у них в гостиной есть игровой комплекс, в общем, все условия для хорошей, счастливой кошачьей жизни, много места, чтобы бегать, поэтому в спальне действительно не место им, шерсти много будет. Так, вот такая вот прыскалка антибактериальная. Мне выдали ее совершенно бесплатно. Маски выдали бесплатно. Тут у меня пока все в хаосе тоже. Была кипа полотенец. Мне муж их оставлял, но видите, уже там в треть осталось. Да, вот так вот он, короче, комод забит, черт с чем. А полотенца у нас вот так лежат на полу, значит. Вот тут тоже тумбочка, там недособранная, потому что муж переехал буквально там за неделю до моего возвращения в Корею. Так все было спонтанно. У нас как раз в начале, кажется, июня заканчивался договор аренды. И вот как раз до окончания этого договора, договор аренды на квартиру, муж перебрался в дом. А вот... Вот это стол из гостиной, но пока для меня это и рабочий стол, и обеденный. Муж его сюда перетащил. Вот на время изоляции я за ним буду находиться и нахожусь, собственно говоря.
Микроволновка у нас тут стоит на полу. Конечно, в спальне ей не место, но поскольку сейчас это не спальня, черт возьми, а моя комната изоляционная, поэтому вот здесь микроволновочка, чайник, чашки. Так, запас еды вот тут на комоде. Тоже, конечно, мы потом все это вынесем, когда вся эта фигня закончится. Вот это, кстати, лапша быстрого приготовления, которую дало государство, да, и вот эти вот всякие штучки-дрючки для риса, это тоже. Вот это карри-соус, и есть еще вот такой вот темный соус, чаджан соус, темный. Ну, такие суррогатики, короче, вместе с рисом их разогреваешь в микроволновочке и кушаешь. По вечерам муж приходит, готовит мне полноценные вкуснейшие ужины. А днем я питаюсь вот всякой ерундистикой, вот такой вот быстро завариваемый. Кстати, вот рис. Муж покупал несколько упаковок, и несколько упаковок было в коробочке, которая от государства для приезжающих на время карантина. Вот такой вот рис. Разогревается в микроволновочке, он полностью готов. Поливаешь его вот таким вот соусиком, который я показывала, либо просто без соусика. Можно капустки кимчи попросить у мужа. Так, вот это мой любимая лапша. Я думаю, мы сейчас с вами ее и заварим, и попробуем, почему бы и нет. Ну, в общем, это все лапша, лапша, лапша. Вкусняшечки. Это масляные печеньки. Написано масляные кольца. Подурин. Это чокопай. Это такие шоколадники. Внутри шоколадники тоже вкусняшечки. Тоже открытая упаковка с водорослями сушеными заканчивается. Но у меня есть еще такая вот огромная размера L. И вот такая вот. Эти вообще вкуснющие. Вкуснющие водоросли. Просто с рисом обалденно. Еще на днях муж купил мне миндальчик. Вот, очень вкусный вообще. Не ел такого вкусного миндаля никогда. Не прикалывайся, действительно так. Что у меня тут еще? Коллекция чая моего с прошлого года осталась. Это из розовых лепестков чай. Это лимон. Ну, со вкусом лимона, хотя не очень-то он лимонный. Вот это мятный чай. От него балдеет просто кот. Я пью, а он потом допивает со дна чашки этот мятный чай. Это гибискус. Он же у нас называется на родине суданская роза, гибискус. Красный, короче, красный чай. Я думаю, все пили, все знают. Вот такой вот. Достаточно специфический. Вот это самый неиспользуемый. Это лавандовый чай. Я вообще понятия не имею, как пить лавандовый чай. Напишите мне в комментариях, вы когда-нибудь пили. Конечно, можно его заварить в качестве ванночки для ног, знаете. Настоять, но вот пить нет. Также приятно просто в изголовье кровати вот этот пакетик с чаем положить, и он источает такой приятный аромат, успокаивающий. Так, это указка лазерная, типа указка, игрушка. Игрушка для котов. Вот такого плана. Всякие есть вариации. Лунчик просто балдеет от этой игрушки, да, мой миш? Ты просто весь в экстазе бьешься от этой игрушки. Сейчас мы выключим свет. Да. Выключим свет. Вот. Я, скажи, так завожусь, что не могу успокоиться потом. Такая заводная игрушка. Он бегает как конь. Это он сейчас сонненький. Сейчас, если он разыграется, он просто будет тут тыгадыкать вовсю. Да? Скажи, меня прям так прет от этой игрушки. А Рих вообще не понимает, что за ерунда такая. Зачем она нужна? Так, все. Потом поиграемся.
Играемся мы много, поэтому у них очень хорошо наладился режим. Они у меня хорошо спят, по расписанию ходят в туалет практически одновременно с утра, ходят, делают все свои дела. Это очень удобно. Сразу за всеми убрать, чтобы это не было растянуто во времени, чтобы не было это, да? Да. Такая интересная рыженькая родинка возле носика у нас, да? Малыш. Красота мой. Вот так вот, в девчачьем домике он спит. Вот этот я постирала недавно. Постирала, посушила, вывесила там у себя, вот там за окном. А вещи кое-какие свои перестирала. Вот здесь еще остались некоторые вещи, которые я планирую постирать. Вот здесь небольшая стопочка вещей накопилась. Это не планирую стирать. Тут подарочный набор от мужа. Там очень красивое белье, обалденное. 75А размер. Ну, можно было 70, да, конечно. 75 это многовато. Ну, в принципе, на последнюю, на самую такую тугую застежку. Нормально. Очень красивое, обалденное. Прям роскошный подарочек. Тут наполнитель для кошачьего лотка. Вот тут лежит мой мусор. В Корее мусор сортируется. Но мне был дан пакет с вот таким вот значком, типа, что это очень опасные отходы. Очень опасные отходы, очень опасные женщины. От меня такие опасные отходы остаются. Ну, это дано на время вот этого нашего карантина. И я, конечно, сейчас немного в растерянности, не понимаю, как мне сортировать мусор, поэтому я просто разделила на сухие и чистые отходы и на пищевые, пищевые просто, ну, там всякие там шкурки от бананов, там чайные пакетики. Это все отдельно. Здесь просто полиэтилен, пластик. Вообще это все сортируется отдельно. Отдельно пластик, отдельно полиэтилен, отдельно картон. Но мне сказал муж так вот все складывать в такой пакет с вот таким вот значком. Поэтому вот как-то так. Ну, с другой стороны, хорошо, иначе как бы я бы, знаете, тут сортировала пластик, полиэтилен, та-та-та. И так неприкольно, что в комнате прям стоит мешок с мусором. Вообще неприкольно. Ну, да. Так, кстати, вот эта коробка не разобрана после переезда. Это тоже потом я буду наводить порядок, когда меня выпустят с карантина. Там вещи некоторые мужа. Он сказал, что, короче, не может с ними справиться, потому что они в шерсти все. Так, вот окно. Окно, оно же зеркало. Очень удобно, очень прикольно. Если открыть, там, значит, улица. Вот такая вот прикольная штучка. Вот многие беспокоились, где же я душ принимаю, где все происходит у меня, все процедуры. Вот душ, пожалуйста. Душ и туалет. И душ, и туалет. Вот все здесь. Это маленький, маленький душ. Большой у нас находится вот там на территории мужа, за вот этой дверью, слева по курсу. Там у нас большая просторная душевая. Но мы в основном там в ней души принимаем. А здесь вот внутренний душ, внутренний туалет, который внутри спальни, мы им практически не пользовались. Не знаю. Хотя это так удобно, да, если у тебя в спальне это находится. Это очень удобно, если ночью встать там куда-то, то именно туда пройти. Но мы как-то этим не пользовались. Итак, что мы будем делать? Я все уберу, все организую в лучшем виде, и потом сниму вам огромный рум-тур, когда закончится мой чертов вот этот карантин. Я уже немножко тут пододурела, знаете, пододурела сидеть в коморочке своей. Давайте повыглядываем в окошко на улицу. Мне говорят погулять, но я вот так и гуляю. Вот так и гуляю. Вот там у бабушки домик на крыше. Прикольно, да? Вы представляете, жить на крыше. У нее там рассада еще какая-то. Ну, у нее не видно, потому что она выше, так выше уровнем, чем я. А вот у этой бабушки сбоку видно, что у нее там рассада такая зелененькая, вещички сушатся. Класс. Вот там вдалеке высоточки. Вот это, конечно, дом напротив. Смотрите, как его прям плесень на него напала. Ну, может, это не плесень? Аккуратно, Арин, окно открыто. Вывалишься. Так, не беспокойтесь, я ее держу.
Так, ну вот да. Вот тут аккуратненький, такой красным кирпичиком выложенный, вот тут пониже. Его бы побелить. Ну, нам веранду тоже не мешало бы побелить. Смотрите, какая это, бортики какие. Ну, в общем, надо чем-то покрасить. Или какая-то эта побелка, я не знаю, это не совсем похоже на краску. Ну, какое-то что-то, да. Потом сделаю более подробный обзорчик. Обалденно, лето, а я сижу тут. Сижу взаперти. Да, кстати, очень удобно. Смотрите, вот такие вот сетки. Ну, у нас, короче, не обращайте внимания, полный разгром. Вот это от стола. То стол еще не собирали. Ну, в общем, после переезда муж один ничего не успевает, конечно, потому что... Что вы? Что вы смотрите на меня? Потому что у него и так слишком много дел. Он 6 дней в неделю на работе. Вчера был выходной, он собирал полки, в общем, расчищал веранду, выносил мусор после переезда с веранды. Ну, короче, очень много всякой работы проделал, и все равно, как говорится, работы еще дофига. Это вы не видели, что в остальной части дома творится. То есть все классно, конечно, ремонт сделали, но там вот просто завалы, завалы, завалы из мебели, вещей, которые еще не до конца распакованы. Муж, конечно, своими силами там пытается всячески это распаковать, разложить, но пока один не справляется. Ну и некоторые вещи просто не раскладывает, потому что мне как-то виднее, как их положить. Он мне оставляет эту возможность. И я, конечно, согласна полностью с ним, особенно что касается кухни. То есть мне удобнее самой все распределить, так как мне нравится. И, в общем-то, чтобы я знала, где что у меня лежит. Вот. Вот здесь я ставят у меня пакет с подарками. Накрыла полотенцем, потому что пыль наседает. Прикиньте, насядет пыль. Это, смотрите, тут у меня такие классные футболочки. Это парные футболочки. Я купила две одинаковых. Это для мужа и для жены. Ну, парная одежда в Корее — это классная тема. И одна футболка для братика. И там еще... Что ты грызешь? Перестань грызть. Перестань грызть. Грызет он вот эту штуку. Это противоударное, так сказать, чтобы двери не оббивали стены. А он думает, что это погрызун для его зубов. Так, ладно, все. Буду прощаться с вами. Всем спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. И пока-пока. Да не грызи, ты не грызи. Ты не грызи. А не грызи. Толстун, толстунчик мой. Что ты хулиганишь? Что ты хулиганишь? Ой, кусь. Ты делаешь кусь маме? Какой ты жестокий ребенок. Кто тебя научил жестокости? Кто научил жестокости тебе? А, я тебя сейчас защекочу. Защекочу тебя за то, что ты такой противный. Вот, на тебе. Что, не нравится? А ты мог не нравиться. Малыш. Ну, с котами мне, конечно, очень весело и классно, поэтому они вообще создают настроение совершенно другое. Если бы не они, было бы, конечно, скучненько мне. А так можно играться, играться, общаться, обниматься, целоваться, вместе проводить время весело, да? Ой, ну что ты? Так, пойдем умываться, смотри, какой ты заспанный. Сонюшки какие-то у тебя в глазах. Все, пошли. Пока-пока, скажи пока-пока.